Здравствуйте, граждане Аутодейл. Это объявление следует из-за нелепых опасений и слухов, которые мы слышали в последнее время. Глупые заявления о чудовищах, отвратительных и потерянных существах, живущих в нашем городе. Чудовищ здесь нет, граждане. Точно не в Аутодейл. Великие стены Аутодейл неприступны, отряд помощников защищает ее. Ничто не входит и не выходит. Помните, граждане, Аутодейл — наш дом. Аутодейл защищен. И Аутодейл безопасен. Приветствую, дружелюбная тень. Постарайтесь не вляпаться в беду в этот раз. Приберегите. Дайте пройти. Приберечь? Разговорчивый, как всегда, тень. Входи. Улей. Что известно? Немного. Мужчина услышал крик. Два помощника были вовлечены в происшествие. И, как видишь, все трое уничтожены. Кажется, у нас появилась еще одна брешь. Значит, еще трое убиты. Казалось бы, так. Что бы это ни было, оно убило здорового человека и двух полнофункциональных помощников. Услышав это, мэр не очень обрадовался. Столбы защиты и все такое. Мы не можем допустить, чтобы их видели в таком виде, не так ли? Жертва. Это ее дом? Да. Он принадлежит семье из пяти человек. Его жена и двое сыновей спрятались во время суматохи и ждут тебя внутри. Третий ребенок пары, дочь, была в самом центре. Она пропала. Она рисовала их не как монстров. Да неужели? О, боже. О, прошу, простите их. Я тоже вас боялась, когда была ребенком. Я имею в виду в комиксах и фильмах. Вы не так страшны в реале. Вы выглядите иначе без пальто. Верно. Мэм, можете вы мне что-нибудь рассказать о произошедшем? Что вы видели? Ничего. Я взяла парней и побежала. Мы забежали в дом. Хорошо. Мой младший думает, что видел его. Он только мельком увидел его. И я знаю, это глупо, но... Вот так. Оно выглядело вот так. О, боже. Помощник хотя бы без боя не сдался. Тень, мы знаем немногое об этих существах. Даже с одним сильно раненым. Будь осторожен. Улей, там маленькая девочка. Я думаю, мы должны... Да благослови тебя. Прошу, не позволяй своему бульварному геройству сбить тебя с цели. Ребенок мертв. Твое дело
Это не один из твоих фильмов, Тень. Не всегда случается счастливый конец. Девочка не в приоритете. От тебя нам нужен только зверь. Или же то, что от него осталось. Верно. Если ваша дочь еще жива, то я обязательно верну ее. Она вернется к своим братьям, и они будут в безопасности. Но... не вы. После того, что случилось, вас заберут отсюда, и вас... Я знаю. Мою дочь похитили. И мой муж мертв. Я подвела. Мне жаль. Просто пообещайте, что с моей дочерью все будет в порядке. Если ваша дочь живая... Нет. Пообещайте, что с ней все будет в порядке после ее спасения. Пообещайте, что она присоединится к братьям, а не ко мне. Прошу. Обещаю. Вы намного менее страшны и без пальто. Не стоит, Тень. Существо будет гораздо полезнее нам живым. Найди девчонку. О боже. Тень. Я знаю. Она была здесь, Улей. Она не могла быть здесь больше часа. Выглядит, как будто она была здесь неделями. Это не имеет никакого смысла. Эй, все в порядке. Я дал обещание одной уважаемой леди, что доставлю тебя в целости и сохранности. Так что, пошли. Тень, у нас проблемы. Рисунки на стене. Там. Thank you.
Девчонка не автор рисунков. Она пребывает здесь всего лишь час. Это комната существа. Это его рисунки. Восхитительно. Эти существа сильно отличаются от того, что мы о них знали. Дети проводили с ними время тут неделями. Играли вместе. Рисовали. Пока родители все не узнали. Монстры желали все это. Довольно странная выходит реальность. Ты так не считаешь? Что случится с ребенком? Да что угодно. Эксперименты, тесты. Мы так мало знаем об этих существах, а нам попалась... Девчонка. Тень. У нее мать-вдова. Она теперь в неполноценной семье. Не считая еще то, что она подружилась с каким-то монстром. И она может стать отличным материалом для будущих исследований. У нее нет будущего, Тень. И она не присоединится к братьям, если тебе было интересно. Мне жаль, но тебе придется нарушить обещание. Верно. Приготовьтесь, граждане Автодейла, ведь наш теневой защитник снова на задании. Вы слышали слухи и были обеспокоены. Так что Автодейл хочет предоставить вам последнее приключение дружелюбной тени. В утреннем новом анимационном спешле «Дружелюбная тень против сточного монстра». Не переключайтесь, ну или же включите нас на ночь, чтобы услышать лучший театральный сериал в Автодейле «Приключения дружелюбной тени», которым наш теневой защитник будет спасать наш городок от злобных монстров, что заставляют вас волноваться. Но погодите, что это? Ваши дети заняты чем-то или представление идет в их тихий час? Не стоит беспокоиться. Купите последний выпуск лучшей серии комиксов в Автодейле «Наш теневой защитник». Выпуск 244. Бедная семья в беде. Маленькую девочку похитили, а ужасный монстр где-то бродит. Как же наша тень всех спасет? Послушайте радиотеатральную драму, посмотрите анимированный мультик или купите последний выпуск комикса и узнайте. И не забывайте, граждане, в прекрасном мире нашего теневого защитника Автодейл наш дом. Автодейл защищен, а также безопасен. Он марионетка, которую мы контролируем, а он не подчинился. Он следовал указанию, правда, совсем не тому. Указанию матери девочки. Простая перенастройка. Он лишь глупая ошибка. Его нужно удалить, больше его. Мы и так много его человечности удалили. Он может стать очередным помощником. Он защищал свои цели. Человечность? Посмотрите, к чему привела ваша человечность? Может, он просто... Он на фундаментальном уровне не верит в наши идеи. Хотите сказать, что он собирается разрушить наш маленький мир? Желает ли он прощения от матери? Это его предсмертное желание. Мы больше ничего не можем ему сделать. Он все еще слишком похож на человека. В этом же весь смысл. Нет, измените его! Если его изменить, то будет. Мы так старались над ним!
Thank you.